Привет, друзья, подписчики мои, посмотрите, нашел для вас аппарат совершенно новый, я в нем еще ни разу не играл, но игрушки здесь огромные, проверим свою удачу. У меня есть 250 рублей, заряжаю сейчас их, потом посмотрим, как пойдет вообще. Я не знал, что он здесь есть, проверим. Здесь есть, в принципе, разные прикольные собачки, вот есть крутая хаски, давайте посмотрим, получится сыграть сегодня или не получится. Да, смотри, аппарат здесь хороший. Игрушки ловят четко. Главное теперь выиграть эту собаку. Хочу хаску. Всегда мечтал выиграть себе хаску. Опа! Есть! Ребята, есть! Нам главное дождаться момента, когда мы сможем ее выиграть. Давай еще раз на эту собаку. Блин, собака крутая. Я тут ни разу не играл. Теперь, походу, буду играть. Цена игры 10 рублей. Меня, в принципе, устраивает. А здесь лежат еще огромные игрушки. Есть еще Патрик. Попробуем Патрика выиграть. Но он Патрик, он какой-то дико китайский выглядит. Он прям совсем странный. Попробуем Патрика выиграть. Хоба! Есть! Отлично! Но должно получиться. Ребята, не получается. Какой интересный у нас аппарат. У нас там еще елочка, смотри, новогодняя. Какая-то японская девочка. Абугада. Ну нет, давай, ладно, за собакой будем бороться. Прям мне интересно, сможем выиграть ее или нет. Есть! Ребята, какие... Ну, блин, я хочу еще. Это такой же хитрый аппарат, как тот другой хитрый аппарат, который меня обманывает. Короче, в чем прикол этого аппарата? Что он берет игрушку, и у тебя появляется надежда, что ты сможешь ее забрать. Но при этом он настроен так, чтобы выигрывать на определенной попытке. Я думаю, так работает. Но вопрос, какая это будет попытка, я не знаю. Пока мы сыграли 6 раз, и за 6 раз мы ничего не выиграли. Но если мы заберем эту собаку, она в целом прикольная, мне она нравится. И, ну, подтащи. Потащи ее за 5-е место. Так, отлично. Будем пробовать еще. 250 рублей планирую сегодня здесь потратить. Посмотрим, может больше, может меньше. Как... О, идеальный захват. Ну, зайка, зачем ты отпускаешь? Ох, алгоритм. Слушай, ну я думаю, у нас сегодня есть шанс ее забрать. Попробуем, ребята, пробуем. Настроились. Давай. Ну, тащи, тащи собаку, тащи. Отдай мне... А, слушай, ребята, это, кстати, даже не хаска. Это другая собака. У меня как-то очень близко камера стоит. А если мы камеру расширим немножко? О, может... Слушай, а может вам вот в таком формате ролики снимать? Во, расширили немножко. Ну, хочу собаку. Отдай собаку. Аппаратик. Если я сегодня уйду отсюда с собакой, то это будет вообще пушка. Просто огонь. Надо дождаться алгоритма. Ну или у нас получится ролик на 5 минут. В принципе, меня это тоже устраивает. Давай. Смотри, какая красивая собака, ребята. Ничего страшного. Остается у нас 3 попытки. А, скинулась. 3 попытки осталось. Пробуем. Давай, давай, тащи ее. Тащи, тащи. Может, мы ее сможем как-то перевалить. О, у меня опять зум сбился. Давай, давай. Я просто делал превьюху, если честно. Ладно. Давай, 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 давай. Ну, давай. Собака. Собака, дай. Слушай, ну приятно поиграть в новом аппарате. И сейчас еще такая вот штука хоть красивая стоит. Давай, возвращаемся. И пробуем. Ну, давай, давай, давай. Тащи, тащи. Заряжаем еще денег. Еще сотка. Еще сотка ушла. Соточка ушла. Одной соткой больше. Попытки пошли. Может, ее подраскрутить надо. Слушай, я теперь буду пытаться выиграть хаску. Есть. Отлично. Ну. Блин, здесь такая еще большая япошка. Голова торчит. Неудобно мне. Так, ну ничего. Давай. Будем добивать игрушку. Вперед, вперед, леди и джентльмены. Вперед. Есть. Есть. Давай. Ну почему ты отпускаешь? Аппаратик 250 рублей в тебя уже вбросил. Пожалуйста. Давай. 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 Есть. Ну давай. Отдай мне собаку. Зачем ты ее перекладываешь? Нет, ты неправильно меня понял. Не с того угла вот сюда, а вот отсюда, вон туда, в дырку. Давай, аппарат, работай. Ты так это самое, не хулигань со мной? Ну, есть, давай, давай, тащи, тащи. Да что ты будешь делать? Да посмотри на него. Давай, аппаратик, давай. Может, тебя погладить или что? Давай, слушай, как-то я странно положил ее. Это плюш, то есть абсолютно китайская игрушка, но в целом... Нет, короче, мы неправильно делаем. Надо мне сейчас будет ее за лапы обратно возвращать. Давай, 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 давай. Сейчас мы ее... Хоба! Ага, хорош.
Да, я именно так и планировал. Отлично, мы ее скинули немножко, хорошо. Попыток осталось у нас 4. Я вас держу в курсе. Будем вытаскивать ее. Ну давай, я должен ее забрать. Есть, давай, отлично, идеальный захват. Тащи, зайка. Да что ты будешь делать? Зачем? Я не понимаю, аппарат, ты что, это больше денег? Тебе скажи честно, мы договоримся с тобой. Я не понимаю, о чем ты вообще. Давай. Главное, чтобы мне за музыку ничего не сняли. Пошла вагонетка. Давай, цепляю. Тащи. Дай мне игрушку. Я хочу это. Ребята, давайте так. Вы на канал прямо сейчас подпишитесь. Вот прямо сейчас я вижу, ты не подписан. Прям вот ты и ты не подписаны. Подписывайтесь. А мы продолжаем. Тащить эту веселую собаку. Ну же, давай. Давай. Ой, я рада нажал. Ладно, у меня последняя попытка. В принципе, можем пойти разменять сейчас денег. Посмотрим. Давай. Отдай собаку. Собаку отдай, я тебе говорю. Ты не понял меня, что ли? Я не понял. Нет, не получилось. Ребят, короче, я сделал заказ на фудкорте. У меня еще образовалась наличка. Я надеюсь, мы сейчас успеем быстро выиграть игрушку и пойти за моим вкусным капучино. Давай. Просто я потом, чтобы с пакетом не стоять, не играть. Здесь, короче, до меня стояла хитрая девочка. Она смотрела, что я играю, короче. И такая, типа, потом по телефону кому-то: ой, да я сыграю сейчас, здесь пацан потратил много денег, попробуй выиграть собаку. Дольки и пердульки, она что-то выиграет. Но мы выиграем. Заказ мой пока еще не приготовился, но я надеюсь, мы успеем выиграть собаку. Собаку я хочу. Ну ладно, 100 рублей, мне просто нужно ролик закончить на 8 минуте. Вот, давай, отдай собаку, я тебе говорю. Я сейчас буду ругаться, сейчас позвоню владельцу, скажу: йоу, чувак, отдай собаку. Пока мой заказ еще готовится. Давай, собак. Есть, идеальный захват. Народ, смотрите. Да блин, да что такое? Ты надо мной издеваешься, аппарат. Мой заказ не готов еще, ладно. Короче, в Майке я хотел купить Спанч Боба. Еще я хотел купить себе Гэри. Ну, есть. А, yes. Вот так это делается, ребята. Все это видели? И у меня даже заказ не приготовился. Короче, я хотел купить себе... Честно, я не верю, что мы выиграем. Бабушке подарю. У бабушки на день рождения моей. Я ей купил телефон. Вот. И еще подарю собаку. Ну, давай. Вот эту штуку тоже хочу. Давай, отдай. Yes, блин, я был... Видели, какой? Что это там? Вы понимаете, да, что происходит? Мой заказ не готов пока еще. Так, ну ладно, что я говорил? Хотел купить, короче, домик Гэри и планктона, но их здесь нету. Так, мой заказ не готов. Давай, отдай. Ну ладно, хаски тоже неплохо, ребята, это уже хорошо. Это уже победа. Чё так долго пожарить 3 креветки? Давай. Ребята, с вас лайк за такой видос. Ну, подушку, пердушку хочу эту. Так. Я очень просто ее кушать хочу. Давай. Есть. Изи захват. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, в принципе. Мне и так уже достаточно. А заказа моего нету пока еще. Слушай, ну я в восторге. Я прям не ожидал. Я говорил вам про алгоритм. О, может быть. Нет, не получилось, но подушку я был близок. Ладно, друзья, мы забираем хаски, и мой заказ все еще не готов. Не, ну смотри. Бабуле подарю, класс. Друзья, забыл сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока-пока.